XX, с вами Белевикс. Всем привет! Сегодня я продолжаю новую рубрику на моем канале «Главные герои Monster High и Ever After High», где я рассказываю о различных персонажах и их характере и сравниваю их сценические образы в разных сериях. Кстати, я уже перевоплотилась в Briar Beauty, и как это все было, вы можете посмотреть, кликнув сюда, или же в описании будет ссылка. В этом видео мне хочется предоставить вам возможность увидеть всех Briar Beauty в линейке Ever After High из разных серий. На начало мая 2016 года их всего 7 в коллекции кукол Ever After High. Эта девушка старается дышать полной грудью и жить полной жизнью, наслаждаясь каждым днем. Ведь в любой момент она может уколоть палец и заснуть на 100 лет. Briar Beauty – дочка спящей красавицы из одноименной сказки. День рождения Briar Beauty 9 августа. По гороскопу она – лев. Волшебный талант Briar Beauty заключается в том, что она, когда спит, может слышать то, что говорят люди, которые находятся даже за много миль от нее. Briar не любит спать, но сон ее неконтролируем. Иногда она может заснуть в любом месте и в любое время, даже прямо на уроке. И из-за этого у нее бывают неприятности. Спонтанная и энергичная, Briar Beauty всегда готова к любым испытаниям и приключениям, которые готовят ей жизнь каждый новый день. Любимый школьный предмет Briar Beauty – это Королевский совет учеников. Briar нравится все планировать, от начала учебного года до выпускного балла. Нелюбимый предмет Briar Beauty – это гимнастика, и только из-за того, что на занятия все должны одевать ужасную одинаковую форму. Лучшие подруги Briar – это Apple White, Blondie Locks и Melody Piper, а любимая еда – это молочный шоколад. А еще в школе Ever After High с недавних пор учится двоюродная сестра Briar Beauty – это Розабелла Beauty. На этом наше видео подходит к концу. Напишите в комментарии, как вам видео и какая ваша любимая Briar Beauty. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. Следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Be cool and crazy. Пока-пока!